каждый раз, когда эта клиентка уходит, она говорит: в следующий раз делаем френч. Так как ни разу в жизни она его не делала. Вы вообще можете себе такое представить? Я вот нет. У меня вообще есть такие клиенты, которые в принципе всегда делают френч. Как вы думаете, что мы сделали? В общем, она пришла и сказала: френч в следующий раз. Сейчас хочу вот такие, новогодние. И показала мне картинку на телефоне. Для этого дизайна нам идеально подошли материалы от торговой марки MS Professional. Кстати, этот камуфлирующий молочный гель белоснежный, плотный и отлично самовыровнялся. Дополнили дизайн серебристыми блестками. Также очень плотные. Основной цвет у нас серый. Из коллекции «Вечерний Токио». Кстати, Новый год в Токио наступает на 6 часов раньше. И какой Новый год без елочки? Рисую ее при помощи черной гель-краски и теми же блестками от MS Professional. Добавляю на верхушку звездочку и перекрываю наш маникюр глянцевым топом без липкого слоя. Французским маникюром тут и не пахнет. Но как вы думаете, какую фразу она сказала мне в конце? Ненадолго хватило Дашули, чтобы походить с нюдовым маникюром. Возвращаемся опять к ярким, цепляющим внимание ноготкам. Вообще, я обожаю клиентов с красивой от природы формой ногтей. Убрав длину до двойки и сделав комби-маникюр, делаю выравнивание совершенной базы от Ona Q. Она имеет среднегустую консистенцию, хорошо работает с чувствительными и аллергичными ногтями. Цвет у нас алый, благородный, номер 218 от Ona Q. Вы только посмотрите, как он ложится. Без проплешин в один слой. Кстати, у этой торговой марки очень удобная кисточка. Подошло время к дизайну. На заранее подготовленную ноготочки наношу глянцевый топ и сушу. По горячему топу наношу втирку. Перекрываю ноготок глянцевым топом. Ярко-красным и цветом хаки из коллекции Pantone от торговой марки Ona Q. Рисую тоненькой кисточкой геометрические фигуры. В хаотичной последовательности, без соприкосновения друг к другу. Сушим в лампе. Матовым топом Phantom, также тоненькой кисточкой, провожу по каждой геометрической фигуре. И кстати, если ваш матовый топ плешит, то просто наносите его втирающими движениями. Вытираем липкий слой. Зацените, девчонки, наш маник.